котик скажет мяу, а енотик скажет... Я не мужчина! Эта женщина просто сдохнет в тени и первых 5 минут будет орать и плакать. Главное, что потом на 3-4 можно нарезку глянуть, там за 3 минуты весь фильм можно... Сосать. Я сейчас буду выигрывать, и этому пару нечего нарезать бы. Сосать. Я вот, старей шлюху, уважаемый человек. Сейчас тебя попустят, как девку школьники, раз это 10. Ты опять будешь плакать, что тебя трахнули из-за лагов. А это не лаги. Это твоя чмошная видеокарта 3080 хуяй. Лох чмо. Да, завидую молча, то, что на компьютер мощнейший. Козлина. Осудители речи не произносятся здесь. Полетели жасти. Ай, блядь, мат... Асу, ой-ой-ой-ой. Дед, ну вот ты же воруешь донаты уже много лет, правильно? И вот ты, он блядь, до сих пор не купил себе гелик AMG, до сих пор ездишь на Тойоте и тайно играешь в доту. Ну ты реально такой тупой или прек? Да, я, да. Я пожилой саблезубый мальчик, то есть тигреночек. Да, анальная менструация. О, дальше констранция. Констан... Ехал Глэка через реку, видит в речке волокас. Сунул Глэка руку в реку, волокас украл. Сунул Глэка руку в реку, волокас украл. Это какой-то, блядь, сука, полный, блядь. Немножко попал в просак, анальный и шаг. О боже, ты шо, анекдот. Заходит женщина в бар и кричит: я не мужчина. Бармен наливает чай и говорит: хорошо, а сахара сколько? Ахахах, понял, да. Ахах, сахара сколько? Ты понял? Ахах, ты не понял. Ай, пацаны, типа пустите, сахара пустите, сколько? Пустите, заебали. Блядь. А, я сам себя сбил, поэтому не считается. Ты знаешь, что Пенсил катается на твоей машине, пока тебя нет? Я видел его с Серегой Мичурой. Хули ты его так зашугал? Когда? Он ходит такой, лапочка застенчивый, стесняшка, а глазки вниз опустил, улыбка милая. А где ты этого пенчиса видел? Хочешь, я тебе фотку его скину за 20? Ахахахахахахахахах, опять попустили, ахахахах. Так, все, ладно, давайте без отвлеканий. Знаешь, кем меня можешь сегодня назвать? Анальный скребок. 10 октября вечером на выходе из Леруа Мерлен шел с Серегой Мичурой. Тащил в руках 2 стула, был в бежевой куртке и ярной шапке. Вышел из Меги, сел в БНВ и уехал в сторону М5. Я не решился сфоткаться. Там один стул был маленький, табуреточка. Да. Там была маленькая табуреточка одна такая. Да. Табуретка для Янчика. Да, я, да, я. Да, это правда был Сержиков. Да. Ты меня видел? А? Я стоял с другом перед тобой на эскалаторе на выходе из Леруа. Я застеснялся и не решился подойти сфоткаться. Потом пожалел. Я тебя видел? Да не, это Брэд. Не видел я. Я обычно тех, кто меня узнает, сразу узнаю. По ним видно. Тебя не заметил. Зачем смотреть Бермина F16, подошел бы, если можно смотреть попущенный в 30? Ахахаха. Ну вы поняли, да? Попущенный в 30, да. Ахахаха. Да, сука, полный, вы с Серегой стояли, ржали на эскалаторе. Мы с другом стояли впереди вас. Да, Пенсил в жизни, а он мягкий знак, милый и застынчивый. Я пересекся с ним взглядом на секунду, он сразу глазки вниз опустил. Лапочка. А чё он тут жалко, капец? Это какой-то, блядь. Пина, нахуй ты застеснялся? Я стесняюсь тебя. Сейчас будет бибик. Бабах, пацану. Пам. Блядь, подожди, это не то, ёбаный. Анекдот. Заходит волокас в бар. Спрашивает у бармена, есть ли 12-летний виски. Ахахахах, ну ты понял, ахахах, 12-летний виски. Аха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 . Бармен отвечает: за такое на зоне попускают, дурачок. А как она так... Ha ha ha.
Ha 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 ha!